Для своего юного возраста Екатерина Сидельникова очень разносторонний человек. Она увлекается бисероплетением, игрой на гитаре, вокалом, рисованием. А больше всего ей нравится актерское мастерство. Им девушка занимается с 3 класса. Я очень активный человек, и поэтому мне ни в коем случае не подошла бы усидчивая какая-нибудь работа, но также я человек творческий. Соответственно, неусидчивая и творческая работа – это как раз-таки театр. Мне очень понравилось чувствовать себя в роли какого-то живого персонажа. Свой талант вот уже не первый год Катя демонстрирует на фестивале-конкурсе «Зубовские чтения». Она уже 5 раз принимала в нем участие, и только в 2024-м ей посчастливилось победить в своей возрастной категории. В этом ей помогли занятия актерским мастерством и педагог Ксения Князева. Для финала Екатерина выбрала стихотворение поэтессы Натальи Власовой «Сон бойца». Здравствуй, миленький Ванюшка. Узнаешь мой голосок? Это я, твоя Танюшка. С Натальей Власовой Катя познакомилась в историко-культурном отделе Дворца культуры «Видное» на поэтических чтениях. В этом году Натальи Власовой не стало, но ее стихи продолжают существовать и радовать поклонников ее творчества. Екатерина в их числе. В ее творчестве есть очень прекрасные произведения. Они пропитаны любовью к природе, любовью к жизни. И это мне очень нравится. Мне кажется, чем-то она похожа на меня. Наша героиня мечтает стать профессиональной актрисой. Фестиваль-конкурс художественного слова «Зубовские чтения» – прочный фундамент для ее будущей творческой деятельности. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».